вы увидите огромное количество результатов по снижению веса, по коррекции фигуры из разных стран, да, из разных городов. Огромное сейчас количество результатов мы видим из Италии, из Франции, потому что каждый день присоединяется очень большое количество клиентов, потребителей наших продуктов. Очень большое количество результатов в Японии, в Китае, да, в азиатских странах. Но у нас есть также наши результаты, потрясающие результаты по снижению веса, по коррекции фигуры. Ну, здесь сами фотографии говорят сами за себя. Я думаю, все понятно, да? Немножко пробежимся. Смотрите, вот здесь 27 килограмм за 6 недель, 38,5 килограмм за 2 месяца. Вообще, конечно, людей очень даже мотивировали цели. Вот здесь вот потрясающая, да, трансформация. Ну, это, так скажем, для общего кругозора. Вот. И мы сейчас переходим к результатам наших партнеров. Здесь вы видите нашего потрясающего лидера Бибигуль Садыкову, которая благодаря продуктам компании «Арикс» просто трансформировалась, ну, вот невероятно. И это еще и благодаря рекомендациям Барбары Кокс, которая порекомендовала, конечно, пить почаще вот наш коктейль «Пыри Нориш». Вот здесь вот следующий наш, так скажем, победитель, да, это 30 килограмм за 10 месяцев. Вы видите просто потрясающую, да, трансформацию, как изменилась жизнь вот этой молодой девушки. Смотрите, какая она стала, конечно же, красивая. Вот наша победительница конкурса, да, на стройность, где вот результаты были оглашены 18 января на нашей вот такой вот посленовогоднем, на посленовогоднем событии. Да, это Алима Тулюбаева, минус 28 килограмм за 2 месяца. И вот сейчас я хочу дать слово человеку, которому принадлежит вот эта фотография. Это Людмила Мирюк, город Новосибирск. Проходя мимо зеркала, мне было неприятно на себя смотреть. Я на весы даже не вставала. Но в какой-то момент я поняла, что дальше так продолжаться не может. Мне нужно в первую очередь полюбить себя, чтобы я могла спокойно смотреть на себя, изменить себя не только внешне, но и внутренне. И для этого нужно было всего лишь две вещи. Это полюбить себя и поставить цель. Цель, что я хочу сделать, чего я хочу добиться. Я эту цель поставила. И ну, цель поставлена, нужно делать. И как раз в этот момент в компании запустили челлендж преображения 360. Я решила поучаствовать. Конечно, огромная поддержка со стороны компании дает большой заряд энергии, и то, что ты стараешься это сделать для себя в первую очередь. И, конечно, когда ты начинаешь это делать, тебе это неохота, либо не получается, вес большой, это тяжело, начинаешь пыхтеть. Но, тем не менее, вы знаете, мне захотелось это сделать. А когда еще сказали такой еще приз шикарный, это поездка в Эмираты, конечно, это еще было большим стимулом. И каждый день, где были тренировки, был стимул это делать. И вы знаете, я даже эти тренировки, которые какие-то упражнения не хотела делать, я старалась, которые не хотела делать, в первую очередь делать. И дошло до того, чтобы я приходила вечером, я тоже делала зарядку и тренировки. И у меня получалось в день по 160 я делала пресса. Вы представляете, 160 раз. Для меня это было, вот если сказать заранее, это невероятно. Потом мне изменились вообще вкусовые привычки. Раньше я не могла есть кашу на завтрак. Для меня вот каша, например, овсяная, как-то я видела, девушка ела кашу овсяную на воде, без соли, без сахара. Мне было неприятно так. А вот вы знаете, когда начинаешь изменять привычки. Но, вы знаете, просто изменить, просто сам сидишь на диете, это не получается. Я использовала, конечно, капельки наши Slenderize. Чем они хороши? Я не просто говорю, что они
просто уникальные, они волшебные. Потому что когда ты их используешь, нет вот этой стрессовой ситуации. Пищевые и вкусовые рецепторы меняются. Я даже, вот, знаете, домочадцам что-то делала вкусное, ну там пирог пекла. Я была очень удивлена, что я не хочу этого попробовать. И вот со временем даже мои домочадцы стали есть ту правильную пищу, которую я стала есть. И изменяя вот это все, у меня пошел, стал уходить вес. Уходить вес, естественно, стимул больше. Стимул больше, соответственно, я получаю результаты, стараюсь, я улыбаюсь себе, я радуюсь себе. Вот. И получается, что вот если даже взять то, что хлеб, для меня тоже, я не знаю, как для кого, я хлеб всегда ела. Для меня без хлеба это была не еда. Сейчас я вообще не ем. И вот получается, за 2 месяца я постройнела на 15 килограмм, минус 10 сантиметров в объеме и минус 3 размера. Но это действительно меня очень радует. И когда объявили... Еще что... поездка в Эмираты, да, Людмила? Да, я до боя курантов я узнала, что я заняла 1-е место с поездкой в Эмираты. Конечно, я прыгала от радости. Но вы знаете, помимо того, что ты принимаешь вот наши уникальные продукты, ты оздоравливаешься не только, вот снаружи получаешь этот результат шикарный, но и внутри ты получаешь результат. Но самое еще главное, вот на каких бы диетах я ни сидела раньше, вес все равно потом возвращался. Уже больше года я держу этот вес. То есть вкусовые привычки у меня стали, правильное питание, и вес не возвращается. То есть тот же вес, как я получила при том, как я поостройнела. Ну, это невероятно, но это факт. Меня зовут Жанна Бахтыгизова, мы семейная пара из Алматы. И когда именно пришла я в компанию «Арикс», вначале поправила здоровье и уже начала делиться с людьми. И вот в 2017 году я поехала на международное событие в Гонконг. И там познакомилась с учредителями компании, лидеры топовые со всех стран мира. Были также 6000 партнеров, лидеров со всех стран. И вот когда я их увидела, они были все очень моложавые, молодые, все такие стройные, подтянутые. И действительно я себя почувствовала там как гадким утенком. Я захотела по приезду поменять свою вот жизнь на все 360 градусов. Я Асылбека сразу приняла, что он увольняется с работы. Я Асылбек Шадиков, да, вот действительно Жанна меня перевернула мою жизнь. У меня была такая размеренная обычная жизнь обычного чиновника среднего класса, который имел служебную машину, в подчинении были люди, вел такой малоподвижный образ жизни. И, естественно, у меня был лишний вес. Я весил 107 килограмм. И тоже вот меня что подвигло. Вот к нам приезжал Роберт Аллен. Ему было 69 лет. И он 6 часов нас обучал. Я, сидя в зале, устал сидел, честно говоря. А он 6 часов двигался, туда-сюда прыгал. Это самое. И мне захотелось тоже в 69 лет быть таким же позитивным, энергичным, молодым таким живчиком. Я тоже решил, думаю, а почему бы и нет? Знаете, это командная работа. Это получаешь вот ответственность, дисциплину, да, потому что каждый день мы выставляли фотоотчеты, видеоотчеты, начали здоровый образ жизни. Утром в 5:30 вставали, вот физнагрузки, 10 тысяч шагов, и полностью все контролировала Галина Константиновна, там было все в 3 этапа, и, естественно, мы до этого тоже принимали продукции, но именно в этот период мы подключили Slenderize, и вот у нас результат пошел. Я 16 килограммов, Асылбек 20 килограммов. И самое главное, нас радует то, что до сих пор вот после Slenderize нет повторного набора веса. Вот это здорово. И
когда командно, ну, у нас такого не было, этот напряга, мы, как сказать, очень легко и просто. Легко и просто. Поставили перед собой цель построить. И вот делились всеми завтраки, ужины, обеды, это все равно легче переносится все. Я вот действительно попал в сказку, в другой мир, в иное измерение. Я там сейчас сравниваю свою жизнь до и после Арикса. Вот действительно сказка это Арикс. А тем более в данный момент с нашими новейшими вот этими суперпродуктами, с нашим QV-Nourish'ем, с нашим Ресториксом, с нашим Giving Green'ом. Это вообще супер, это вообще класс. Я вот хочу сказать всем сомневающимся, которые вот думают, а поможет, не поможет, построению, не построению. 100-200% даю гарантию, если вы себе поставите цель, Арикс поможет, и вы себе сами поможете. Я всем хочу донести, сказать, что Арикс это для всех от мала до велика, не имеет возрастных границ.